Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым. Увиданье золотом охваченный, я не буду больше молодым. Поклонники творчества Сергея Александровича Есенина собрались сегодня в Белом зале, чтобы вспомнить великого русского поэта. Мероприятие стало настоящим событием в работе Щелковского общественного центра «Единство и развитие», учрежденного месяц назад. Тема была выбрана не случайно, ведь в этом году исполнилось 120 лет со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина. Возрождение культурных ценностей общества – вот одна из главных задач центра. Все люди, которые здесь будут присутствовать, это те люди, у которых сегодня горят глаза, которые готовы взаимодействовать, готовы консолидироваться, готовы создавать гражданское общество на общих моральных ценностях. Поэтому мне очень радостно, что это событие сегодня будет. Среди приглашенных на мероприятие – члены организации «Единство и развитие», «Литературное слово», «Общественные деятели». Автором и организатором программы выступил член организации Сергей Есин. Есть такой поэт Сергей Есенин. Он каждому понятен, он каждому близок. Каждый, вчитываясь его стих, найдет для себя родное, близкое, понятное. Вечер памяти поэта начался с биографичного фильма о жизни и творчестве поэта, его воспоминаний, сохранившихся в записях и письмах. Продолжилась программа выступлениями артистов и зрителей, которые читали стихи, исполняли песни, представляли инсценировки и играли на музыкальных инструментах. Да теперь решено без возврата, я покинул родные края. Уж не будут листвою крылатой надо мною звенеть тополя. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне. В завершении мероприятия Александр Шалыгин лично вручил благодарственные грамоты тем, кто принял активное участие в организации концерта, кто от души выступал перед зрителями и с энтузиазмом помогал состояться чудесному вечеру в честь памяти Сергея Есенина. Ольга Аржанова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».